450 квартир. И все будут в таком стиле. В этом смысле комплекс выглядит такой. Другой комплекс принцип такой. Ну, хорошо, это очень красиво. Предоставляется обычным переселенцам в таком виде. Построены кухни, самозваны. То есть мебель они потом... Да, мебель есть. Они сами привозят. Что еще? Понимаете, мы дали трехкомнатную квартиру, где мы жили четверо членов семьи, и у нас было 47-48 квадратных метров. Здесь 84. И жили, и считалось, что это дом второй год. Там вот это продолжается. Вот к августу заканчивается строй, все 20 квадратных. И завершается заселение. Город в советское время был, имел статус города-курорта. Ну, может быть, где-то подумать, места оставить и разводиться. А это ваш подарок? Да, на всякий случай. Может пригодиться. Ну, еще более приятнее. Для городских коммунальных нужно. Да, очень красиво. Почти лайками. Для городского что нужно. Убирать. Пользуйся. Понравится. Добавим. Эти памятники находились вот здесь, на этом месте, в Макованном Новом Саду, перед зданием Дома культуры. До 92-го года. Вы видите, на них следы пуль, следы их расстреливали. Ну, это пусть так и будет. А так? Да, вот все они есть, даже пуль. Это рассказать. Я это привез в январе 21-го года, когда сюда приехал. Их отправили на переплавку, выкупили, привезли и поставили их во дворе музея искусств. И там они и стояли почти 30 лет. С автомата 545. А потом была дублёва, обратился к господину президенту, что ну давайте поставим Баку в большом костюме фарбера, сколько можно поставить. Они будут. Поставим на свое место. Правильно. Это было 11-12 лет назад. И первый мой приезд, я их привез сюда и здесь поставил, так они стоят. Это правнучка основателя Карабахского ханства. Натаван, поэтесса. Тоже ей палец сломали еще, к тому же. Палец сломали. Известный певец Бюль-Бюль, в переводе Соловей. Это его псевдоним. Вот. Ну и тоже подвергся вандализму. Город – культурная столица, и на сегодняшний день у нас официально в реестре 196 памятников. Но, к сожалению, как вы видите, большинство из них вот в таком, практически все они в таком состоянии. Вот как бы общее планирование, где основные здания будут располагаться, некоторые уже построены, некоторые строятся. Это вот центр выглядел таким образом, вот пятиэтажки старые и в основном разрушены. По новому генплану он будет выглядеть вот таким образом. Этим летом мы сдадим его, вот сейчас проедем по этой улице, эти дома. В историческом районе будут такие небольшие домики. Здание почты, госуслуг, центр, советский модернизм. То есть это, мы восстанавливаем, как был. Это да. В том стиле. Это красиво. Да. Сюрприз тебе! А то вижу все время в Москве! Он уже здесь живет, он больше, чем в Москве. Вот почему ты поешь до сих пор красиво. Да, Сергеевич, вот в советское время по указанию Гейдара Ильича здесь был создан музей. Вы видели, когда сюда вернулись. И там, знаете, пули остались вот на подбородке, вот здесь вот на груди. Расстреливали. Все виделось, они идут по дороге, все да, вокруг физули. Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары. А у нас наша великая поэтесса Натаван, Зенька Дебетти, называется. Они с молоками вывезли. И потом, я доглашал Гейдара Ильича, еще приняли все меры, удалось вернуть их обратно. И Иван Геннадьевич потом привез и поставил на свое место. Это просто... В доме родился мой отец.
Вот. Ну, здесь собраны такие элементы тех лет и так далее, вот так как люди жили, просто интересно этнографически тоже сохранить. Фотография отражен дух того времени, как люди одевались, как... Это вот брат, родственники, а это еще в маленьком возрасте, 7-8 лет, его уже вот приглашали петь да, вот в компаниях и так далее. И вот эти вот, из этих маджлисов он стал певцом, потом его стали уже приглашать в Гянджу, а потом в Тбилиси, и стал очень известным певцом. Вот и солнце вышло. Солнышко, да. Все, Болат, счастливо. Спасибо, пока. Спасибо, счастливо вас видеть. Спасибо вам большое, здоровья, всего самого доброго. Тебе здоровья. Да, да.